Владимирович, с победой, если честно, для вас победа в Нижнем Новгороде особенная по эмоциям? Ну, на самом деле, всех в первую очередь хочу поздравить с победой, с очень хорошим, удачным, как я считаю, завершением зимней части чемпионата. Что касается меня личной победы в Нижнем Новгороде, ну, наверное, то, что это последняя игра сезона зимнего, да, который вершает, конечно, она радостная. И то, что мы одержали очередную победу на последних минутах, это еще радостнее. Команда готова выигрывать, бороться, отыгрываться. Ну и то, что выиграли в Нижнем Новгороде, наверное, конечно, радостно. Радостно от того, что наконец-то выиграли на «Локомотиве», наконец-то выиграли «Волгу», потому что не складывались эти игры, были и ничьи. И в прошлом году мы здесь не забили пенальти, но вот сегодня выиграли, достойно завершили зимнюю часть. В общем, всех поздравляю, болельщиков, очень рад. Сегодня непростые были погодные условия, и заранее было понятно, что поле будет не самым лучшим для игры в футбол. Настраивались в любом случае играть? Не было ли мысли о том, что, может быть, лучше из-за снегопада игру куда-то перенести? Безусловно, мы провели совещание на стадионе значит, с представителем судейского корпуса, с инспектором. Посмотрели, что пришли к общему мнению, что игру мы будем начинать в любом случае, а там что получится. И когда я зашел в раздевалку советоваться с ребятами, значит, никаких даже не было сомнений. Все ребята сказали, что мы выходим, играем, завершаем сезон, и мы настраиваемся только играть, и сегодня мы настраиваемся только на победу. Поэтому ни у одного из ребят я не увидел в глазах такое, что может быть отменим, может быть какие-то были сомнения. Нет, я этого не увидел, поэтому я был совершенно спокоен за то, что ребята сегодня выйдут. И если не покажут футбол, потому что сегодня это было сделать невозможно ни одному человеку в мире, играющему в футбол, то сегодня была жесточайшая борьба с обоих сторон. И, скажем так, нам повезло больше. Не секрет, что такие матчи по холодам, завершающие, часто проходят при чемоданном настроении игроков, команд. У вас была ли уверенность до игры, что такого не произойдет? И чем сейчас так выгодно отличаются крылья, что не просто ребята выдали очень боевую игру с хорошим настроем, но на последних минутах продемонстрировали такую сверхзаряженность? Ну, во-первых, мы эту команду строим уже третий год. И на сегодняшний день подобрался коллектив, наконец-то тот, который готов играть, готов выигрывать и готов побеждать. Плюс ко всему, естественно, сегодня была высокая мотивация, потому что мы настраивались на 3 победы, у нас получилось 2. Ребята прекрасно знали, что наши шансы уйти в отпуск спокойно, чтобы болельщики ушли в отпуск спокойно, чтобы ни о чем не думать, наконец-то. Наконец-то отдыхать и готовиться спокойно на сборах, укрепляться для того, чтобы завершить чемпионат уже в конце. Ну и, конечно, руководство клуба в лице председателя совета директоров Дмитрия Анатольевича Шляхтина замотивировало ребят определенным образом, так что настроения никакого не было. Чемодан, но было хорошее, рабочее настроение. Но вот сейчас в раздевалке уже творится шурум-бурум, поэтому сегодня там пляски, песни, и ребята уходят в отпуск в отличном настроении.